Всем привет! У меня вот расцвели тюльпанчики, они вот к вечеру вот так закрываются, а утром открываются, такие красивенькие. Я их в прошлом году купила, посадила, вот они у меня сейчас цветут. Потом вот эти у меня цветочки расцвели, правда тут мало. И вот у меня нарциссы цветут. Вот так вот они у меня цветут. Вот. Вот такие вот у меня расцвели нарциссы. Я хочу всех поздравить с праздником, Днем Победы. У нас цветет слива, сейчас я покажу. Вот, ну и вот такая вот у нас погода. Вот. Сейчас я покажу, как у нас цветет слива. Вот так вот у меня цветет смородина, вся вот в цветах. Один кустик и второй кустик. Вот. Здесь тоже цветет. Вот. И черная смородина зацвела. Вот такие цветочки. Вот так вот у нас цветет слива. Вся в цвету. Это соседская слива так цветет. Тоже вот вся в цвету. Очень красиво. Вот прям. Красота такая. Это наша слива. Она у нас растет за забором. Вот она начала цвести. Вот. И еще вон вдалеке вот так тоже цветет слива. И у меня зацветает груша. Вот. Вся в цветочках. Вот такая вот моя груша. В этом году первый раз цветет. В прошлом году у нее несколько цветков было, но они опали. Вот. Вот такие вот цветочки. Ну, еще раз хочу поздравить всех с праздником. Днем Победы. Мы сейчас будем шашлык жарить, но я снимать не буду, потому что мои не любят сниматься. Вот. Ну ладно, всем пока-пока.